пожаловать в новогоднее безумие! И на наш канал «Влог на пару»! Чуть ты переделала слова. А я сегодня... Я помню, что ты как-то вчера сказала. Видишь, как я отреагировала. Ну и, опять же, по традиции, мы сейчас вам покажем часть своего сегодняшнего дня, а потом вернемся с ответами на вопросы. Ну что, открываем календарик. Какой у нас сегодня день? Шестой, да? Вот, шестой. Шестой. Ну-ка, ну-ка. Что-то не очень хорошо. Анька уже хочет шоколадку. Ой, вот тоже буквочка. Что же эти буквочки обозначают? Пудинг. Вот это пудинг. Их английский какой-то пудинг. И у мамы вы все время спрашиваете, что за сережки. Они тоже в виде пудинга. Вот такие пудинги. Итак, сводки с полей. Сегодня на улице минус 8, 10, 12, сейчас сколько? Может быть, 11, 12. Сейчас уже может быть 11, 12, мы уже не считаем. Кто считает? Мы почти весь день провели в музее изобразительных искусств имени Пушкина. Сейчас как раз вам покажем. Потому что выставка Рафаэля, на которую мы пришли специально, мы билеты купили по интернету давным-давно. Она заканчивается 11 декабря. Ну и, как вы поняли, мы только в конце уже везде приходим. И все равно народу очень много. Зал небольшой. Очень много народу. Просто... И нас даже Аню предупредили на входе, чтобы она повесила рюкзак впереди, потому что, говорит, много народу и наворуют, наверное, да. Любители искусства. Ну, мы ожидали, что, конечно, экспозиция будет побольше Рафаэля, но ничего, да. Тоже очень все интересно. Мы были во Флоренции, но, к сожалению, в галерею Уффици мы не попали, потому что у нас была такая программа за 10 дней 9 городов, и очередь была в музее очень большая, мы бы тогда просто еще Флоренцию все не посмотрели. Хорошо, что в Ватикан тогда попали. Да. Но сейчас мы покажем вам не только Рафаэля, но и мы еще зашли в галерею, так как перенесли выставку импрессионистов из основного здания в галерею. Мы зашли еще в галерею. И еще немножко, правда, не самих импрессионистов, а другую выставку, которая там была, там тоже поснимали. И еще импрессионистов очень мало сейчас осталось, потому что вывезли много картин на целый год в Париж. Турне, да. Ну и, в общем, все, что осталось, вот мы посмотрели, порадовались. Вот, так что, если кто любит искусство, то наслаждайтесь, пожалуйста, это для вас. А мы пойдем греться домой. Нет, у нас еще, мы уже в несколько мест зашли на Тверской. И сейчас ну, у нас есть еще прокат. Пару-тройку мест зайти надо. Поели, немножко отдохнули, и я должна подготовить к завтрашнему дню продукт, который мы с вами будем завтра готовить. Буду готовить запеченную утку
в апельсинах. И вот была елка в апельсинах, теперь утка будет в апельсинах. Ну, кто-то боится вообще такие большие блюда готовить. Я раньше тоже очень боялась. Кто-то считает, что утка недостаточно диетический продукт, но я вас уверяю, что сейчас утки не такие жирные, как это было раньше. И потом, мне кажется, что один раз в год можно себе это позволить, а блюдо получается очень красивое и очень вкусное и очень сочное. И тоже, в принципе, не требует много трудозатрат в новогоднюю ночь. Но если вам кажется, что в Новый год все-таки что-то побыстрее, а может быть и до горячего даже не доходите, то можно приготовить и в Рождество на самом деле. И сегодня я буду утку подготавливать, потому что ей нужно мариноваться в районе там 24-30 часов, и только завтра ее можно начинать готовить. На сегодня мне потребуется, собственно говоря, только вот утка, вот такая двухкилограммовая, столовая ложка крупной соли и 200 миллилитров сухого вина. У меня вот такое вино купленное. Утку ошпариваю кипятком. После ошпаривания кипятком утку нужно промокнуть бумажными полотенцами, в том числе и внутри, в брюшке. И после этого нужно избавиться уже от тех волосков, которые при обработке курицы на фабрике, утки на фабрике не избавились. Какие-то будут перышки покрупнее, их можно выдрать, а те, которые совсем маленькие, их нужно опалить на открытом огне, то есть, ну, я на газу все это делаю. У кого электрическая плита, не знаю, как вы будете выходить из положения. Теперь нужно срезать лишний жир, но у меня, в общем, совершенно не было жира. Единственное, там немножко внутренностей было, я достала уже, ну, совсем пленочка. И теперь нужно тонким шилом или можно какой-то такой толстой иглой аккуратно проткнуть тушку в нескольких местах. После этого натираю утку снаружи и внутри солью. Это 1 столовая ложка крупной соли. И теперь обильно поливаю утку вином. Утку кладу в дуршлаг. У меня нет крышки такого размера, поэтому я сверху кладу поменьше противень и буду сейчас запаковывать вот такой пищевой пленкой. И теперь убираю вот это сооружение в холодильник на 24 часа. На этом наши с уткой предновогодние приключения на сегодня закончены. Завтра мы с вами встретимся для того, чтобы уже окончательно эту утку приготовить. Итак, ну мы уже сказали, что нам понравилась выставка, все уже мы сегодня рассказали. Сегодня еще скользее, чем вчера. Ой, сегодня так холодно. Нет, Анька сегодня одела двое колготок и джинсы. Шерстяных колготок, джинсы. Одела, у нас есть поддевка пуховая и сам пуховик. Ну, в общем-то, всему было тепло, кроме носа. Когда возвращались домой, я сказала, что, мне кажется, даже потеплело. Но посмотрели, нет, минус 12 уже все-таки было, как и обещали. Но скользко, безумно. Я ползла, особенно из Елисеевского, я просто вот как на лыжах ползла. Аня начала мне что-то говорить, я говорю, не трогай меня сейчас, я не могу вообще отвлекаться, я так боялась грохнуться. Ой, зато мы сегодня зашли в Москву, ну, книжный магазин «Москва», и вы представляете, мы вам показывали в ГУМе, если кто-то не видел еще обзор ГУМа, заходите, смотрите, там потрясающие, ну, мне самой нравится просто столько елок и столько всего красивого, но мы вам показывали вот эти игрушки, и как раз там мы купили игрушку, но, слава богу, этой конкретной игрушки не было. Но мы я хотела, ну, просто понимаете, да, нам не очень нравятся щелкунчики сами по себе, они вот эти зубастые, оскал такой. Но я говорю, Ань, ну, 200 лет сказки щелкунчик, как ну, надо же. Символ года как сейчас символ щелкунчик, года. Да. Не то, что символ года, вот говорят, петух. Но все-таки это какая-то эпоха, 200 лет. Говорю, давай купим щелкунчика.
И мы там увидели щелкунчик этот. Стоит. Мы выбрали даже его. А потом нам сказали цену. 1600 рублей. Ну, мы не из-за этого не взяли. Мы просто решили, что... Нет, я не из-за этого, из-за этого не взяла. Нет, мы даже его отложили. Просто пока мы обошли фонтан... Хорошо, что мы его не взяли. Мы взяли эту сову, я говорю, ну и что теперь этого щелкунчика еще брать? А тут мы зашли в Москву, и прямо вот точно, точно, ровно такой же щелкунчик. Абсолютно такая же игрушка. 600 рублей 600 стоит. Рублей. Я потом всю дорогу домой не могла никак успокоиться. Мама говорит, слушай, как тебя торкнуло-то? А мы еще продавщице это рассказали, она говорит, да, ну ГУМ сейчас вообще просто в этом плане. Ну, в плане остальных магазинов, там есть и недорогие магазины, но вот... Видимо, они там для приезжих, что ли, ну, как на как ярмарку устроили для туристов. Для всех, да. И ужас. Вот мы говорили про матрешек и эти игрушки. Угу. Ну, это вообще жесть. Ну, в общем, мы взяли щелкунчик, и когда я буду украшать елочку. Вон он там стоит. Коробочка. Да, он там. Когда я буду украшать елочку, я обязательно вам его покажу, потому что он очень красивый, весь такой мерцающий. В красном камзоле, с золотом. Треуголки, ну, в общем, шикарный такой. Вот, так что это, конечно, было очень приятно. Мы зашли, но так было достаточно. А на сэкономленные средства мы еще кое-что купили. Ну, тоже да, покажем вам. Да. Собственно, елку, на которую это все будет. Елочка такая миленькая. Ну, покажем маленькая, обязательно. Да. Да. Вопросы? Да. По вопросам? Да. Сегодня у меня такой же свитер, как у мамы, красный, но серый. Конечно. Нет, мы быстро перекрасили в серый. Ну, вы помните, мы вам показывали на Алиэкспрессе. Ну, конечно, красный более эффектно выглядит, а потом более спокойный. Ну, звезды закрывают. Вот, свои. Она у меня вот здесь, да, звездочка вот. Да. Этот более спокойненький, но мы на контрасте. Такие, на контрасте. Да. Красненькая, серенькая. Вы поняли, сколько у нее шмоток новогодних? А я в прошлогоднем, да в одном красненьком. Ну, ничего, ничего. Все равно я звезди, правда же? Я предлагала... Кто звезди? Я предлагала... Все напишут, Бася, внимание. Бася, Бася, звездунка. Звездунечек маленький. Не, ну, я предлагала поделиться, чтобы мы, ну, как менялись, но мама не хочет. Я не люблю одежды меняться. Да, да. Это конкретно мамин аутфит. То есть у нас реально два таких... Ну да, вы посмотрите прошлогоднее видео. Мы специально купили... Валерия Христофорова спрашивает, пишете ли вы какие-то заметки новогодние? Например, кто-то пишет список желаемых подарков, а кто-то цели на будущий год. А вы? Мы знаете, что пишем? Я пишу меню. Меню. Мы в обязательном порядке составляем. Иногда мы пишем, куда мы хотим в новогоднюю ночь пойти. А что еще мы разные пишем? Варианты. На праздники новогодние мы всегда пишем какой-то план действий, потому что, ну, для нас это же не 10 дней выходных, как у всех. Это просто затишье в центре и неработающие инстанции. Мы очень много всегда ходим по всяким инстанциям, вот они не работают, и поэтому мы можем заниматься чисто домом, вот чисто какими-то такими домашними делами. Встречами какими-то. Да. И, конечно, все равно мы план на год пишем. Ну и потом нам нужно обязательно спланировать новогоднее безумие, мы составляем план. Какие темы у нас будут, какие походы туда будут. Да. Вот. Ну, у нас, конечно, мы цели какие-то ставим перед собой, безусловно. Чаще всего списками у нас заведует мама. Ну, я просто очень люблю, чтобы все было контролируемо. Мы буквально недавно были, хотела сказать, в Мансуне, в Accessorize. И там просто необыкновенно. Вот если кто-то хочет подарок особенный сделать, там с буквы А, С и С... Просто необыкновенные записные книжечки. Ну, они этот, нет, это вышитые. Книжки большие, не маленькие. Да, ну большие, обложки ноуты вышитые, такие, да. Очень красивые. Прям вот вышитые, ну очень красивая вышивка. И мама говорит, давай тебе возьмем, будешь писать что-нибудь. Я говорю, ну мам, ну я же не пишу, у меня столько этих записных всяких красивых вещей. Ну каждый раз она все время, ой, давай я вот это возьму, давай я вот это возьму. Я уже себя ограничиваю, потому по что... По одной страничке что-нибудь напишет, и потом все это валяется. Чукча не писатель. Да, чукча. И не читатель, чукча говорит. Так, и вопрос от Валерии Христофоровой опять. Что должно быть обязательно на вашем новогоднем столе? Шуба, мандарины? Икра и красная рыба. Да, на самом деле это обязательно. Это обязательно. Все остальное варьируется. Вопрос от Валерии Христофоровой. Поздравляю, третий вопрос. Весь вечер на арене.
А печете ли вы что-нибудь особенное в новогодний праздник? Имбирные печенья или что-то авторское? А, чаще всего, вот самый-самый-самый такой, как сказать, в общем, обязательная вещь хит. И хит, да, который мама делает, это пироженки. Эклеры. Эклеры. И у меня на канале есть рецепт. Да, у мамы на канале есть рецепт. Очень вкусные, они просто необыкновенно вкусные. Их можно как семечки, они небольшого размера. Поэтому их можно как семечки. Никто недавно написал, это профитроли. Нет, это не профитроли. Это не профитроли, нет. Профитроли они с другим кремом. А эти, они... Вот именно эклерчики такие, просто другой формы, непривычные для нас, они такие кругленькие, но их реально как семечки можно вот так заглатывать, можно 30 штук спокойно съесть, это нужно очень себя ограничивать. Вот как мамин плов можно съесть сколько угодно, так же и эти профитрольчики. Ну вот мама моя, например, она всегда пекла, тоже я где-то давала этот рецепт, такие как бы рогалики, закрученные с начинкой из грецких орехов. Ну, то есть, мне знаете, не так нравится. Она не любит. Ну, я считаю, что на Новый год обязательно должно быть что-то хрустящее. Я торты и мама не пекла, и я не пеку, потому что мне кажется, что ну, торты все-таки это что-то другое для дня рождения, там, свечки поставить. А вот на Новый год я все-таки люблю больше, как я говорю, малые формы. Всякие печенюшки, хрустелочки, имбирное печенье мы в прошлом году тоже пекли. И в этом году, скорее всего, будем печь. Может, Анька сподобится и испечет. Да. Так что, ну, смотрите, прошлогоднее, позапрошлогоднее. Ой, видео. У нас там так много всяких да. рецептов. Вот. Валерия Хрисова спрашивает. Видимо, все вопросы подряд были. А что вы ждете больше, Рождество или Новый, Новый год? Год? Новый год. Марина... Тихонравова задает вопрос. Если бы вам было сейчас по 5-8 лет, какой подарок вы бы попросили на Новый год? Ой, это очень сложно, потому что я не очень хорошо разбираюсь в игрушках детских. Поэтому это достаточно сложно, мне кажется. Ничего сложного. Я бы Лего попросила. Лего? Ну, мы были в детском мире в очередной раз. Вот мы вам рассказывали. Слушайте, ну там такая красотень. Я всегда Аньке покупала и сама очень любила в Лего играть. Я бы Лего попросила. Я бы, наверное... Это, наверное, лет 5-8, наверное, уже что-нибудь другое. Я бы, наверное, попросила большую... эту... Куклу? Нет. Нет. Уже... Нет. Она вообще в куклы не играла. Кроме Барби, я бы большую железную дорогу попросила. Железная дорога. Да, я просто тащилась от железной дороги, и когда мне подарили Лего железную дорогу, мне она очень нравилась. И техно эти всякие машинки, которые двигаются. Но я не совсем, конечно, у меня были куклы, но я не совсем девочка-девочка. Хоть меня всегда одевали в девочку-девочку, но я люблю всякие такие штуки. Наверное, в 8 лет я бы уже iPad попросила. О, какая ты! Наверное, да. А в 5, наверное, Лего. Кто больше? Вопрос от Ники Николаевой. Аня, ты писала письма Деду Морозу? И какой самый запоминающийся подарок? И Ольга Ростиславовна, а у вас были казусы с организацией подарка от Деда Мороза? Значит, мне кажется, что я один раз только писала Деду Морозу. Или я никогда не писала? Никогда я не писала. Никогда не писала. Она была умненькая девочка. Деда Мороза не писала. Она знала, что можно с ним общаться просто. Коммуницировать мыслеформами. А учитывая то, что практически все время в детстве мы проводили вместе с мамой, знаете, я очень разговорчивая. Очень сложно было организовывать вообще любой подарок. Именно потому, что ну, мне некуда было ее девать, она была всегда при мне. И у мужа был водитель, который нас возил. И вот мы с этим Юрой всегда договаривались, что вот Аня сидит в машине, я пойду в магазин, там выберу что-то. Потом спрячется это все да. в багажник. Потом я ее отвлеку, а он зайдет в магазин, вынесет и спрячет все это в багажник. Вот только так можно было как-то. Мишку я тебе тогда этого здорового да, дарила да. вот так. Еще там что-то такое. Вот, ну, большие коробки. Не, ну я была было. Разговорчивым ребенком, поэтому мама всегда знала, что я хочу. Да. А если не знала, что я хочу, то покупала все самое, знаете, такое уникальное, что есть в магазинах. Самое такое интересненькое. Время тогда было замечательное, все стало появляться. Когда ей было в районе 2-3 лет, как раз
в детском мире, ну, еще тогда были очереди, мы еще стояли и за колготками, за всем-всем-всем, но уже была витрина оформлена с Барби, вот этими пони с голубыми розовыми волосами. Еще не продавались эти игрушки, но можно было подходить и смотреть. Смотреть, и было куча народу. Планировать. И вот я с ней приходила. Сейчас, конечно, дети избалованы, да, вот всеми этими магазинами. А мы постоим в очереди за чем-нибудь. И стояла она в очереди только из-за того, что я ей обещала потом подойти к этой витрине. Вы представляете? Сейчас в жизни вы с ребенком так не договоритесь. А я стояла и ждала, когда меня приведут после этого. Ну или чем-то еще мы занимались. И меня после этого приводили просто посмотреть на витрину. Да, и я ей говорила, мы тебе это обязательно купим. Обязательно. Кстати, мы сегодня, когда были уже на импрессионистах, вошла экскурсия, там экскурсовод была ну просто потрясающая. Я вообще экскурсоводов не люблю, но женщина была просто потрясающая. Она рассказывала как раз, что, ну, какими были импрессионисты, людьми, какая была тогда как бы техническая ситуация, что быстрее развивалась, фотография или живопись. И она говорит, вот сейчас приходят школьники, они не понимают, вообще, говорит, не понимают. Телефонов не было. Не то, что мобильных, вообще никаких еще не было. Телефоны, интернета, электричества железной не было, железной дороги не было, самолетов не было, ничего не было. И вот только-только начала фотография развиваться. В 1899 году появился первый фильм, длился он 1 минуту. Вот это им рассказываешь, они, говорят, вообще не врубаются. Ну да, на самом деле, я когда училась, начинала учиться в школе, и мы вот ходили на экскурсии, у нас не было мобильных телефонов. Не то было, есть, конечно. В принципе, мы были чуть-чуть приближены к тому времени. Конечно, не сильно, потому что у нас были уже самолеты и всё остальное. А мы, по-моему, то ли показывали, то ли рассказывали, когда первый мобильный телефон появился, папа, ну, мой первый муж, отец Андрея, он себе купил мобильный телефон и Андрею. Вот такая здоровая фигня. Это была, во-первых, вот такая здоровая фигня. Во-вторых, у них было разрешение на ношение этого телефона, как на ношение оружия. Вы представляете? Это радиоаппарат, да. И вот эта вот бандура здоровая. О, были пейджеры. Когда ты в школу пошла, были пейджеры. Ну, он, конечно, кого-то покоробит, этот фильм, про врача, который лечила женщин от истерии. А, что-то с сексом. Да, связанное. И там как раз вот этот, ну, кто его спонсировал, его друг, у него был телефон, и у королевы Англии. И он все время звонил, говорит, здравствуйте, у нас только у двоих в этой стране есть телефон, давайте пообщаемся. Очень прикольный тоже фильм. Ну, в общем, вот такой вот ребенок был, то есть за обещанную витрину просто поглазеть. Она вот выставила всякие очереди дикие. Ну и что? Вот, в общем, вот так. Ну, вы знаете, давайте уже наши благодарности. Думаешь? Ну и наши благодарности. Я сегодня благодарна за прекрасную выставку. Ну, на самом деле, получили огромное удовольствие. И импрессионистов мы все-таки посетили. И, конечно, очень приятно, что теперь есть такая услуга, вот можно по интернету забронировать билет. Ну и, кстати, я вам хотела сказать, заходите в группу, там список фильмов, есть уже многие увидели этот список. Кроме этого, спасибо вам огромное, вы выкладываете и животных с елками, и елки без животных. В общем, я просто смотрю и наслаждаюсь, и как будто бы я уже часть вашего праздника. У меня только одна просьба, но она такая, мне кажется, милая все-таки. Вы пишите, из какого вы города, из какого вы региона, чтобы мы хоть представляли, откуда вы, где такие красивые елки, замечательные животные, где такие игрушки висят на елках. Будет очень приятно. Да. Такие котики, такие собачки, такие котики. Вот. И наши сегодняшние подарки, это уже 7-й, по-моему, подарок. Так точно. По-моему, 7-й, да, подарок. Напоминаю, у нас сейчас идет конкурс 25 дней. Называется «Новогоднее безумие». 25 подарков и 25 на 2, 50 подарков. 50 подарков, да. То есть две корзинки по 25 подарков. Практически идентичные подарки в двух корзинках, чтобы не обидно было. У нас будет проходить розыгрыш тоже, чтобы не обидно было. Из всех, кто принимает участие, у нас будет лотерея, розыгрыш.
и 2 будет счастливчика. Вы в любой момент можете начать принимать участие, хоть на 25-й день. Главное выполнить все условия, потому что розыгрыш будет проводиться среди тех, кто все условия правильно выполнил. Итак, так, зацепились. Мы зацепились. Любят друг друга. К тем сумочкам, которые в самый первый день были показаны, вот такие косметички. Да, вот с такими клевыми висюльками. Да. Ну, внутри я вам тоже ее покажу. Она черненькая такая внутри. Вот. Будет комплект. Да. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Продолжайте, пожалуйста, писать. Завтра утку делаем. Да. И завтра у нас будут гости. Ну да, мы вызвали на утку, потому что сами не справимся с ней. Пишите, пожалуйста, свои любимые блюда, чего вы ожидаете от Нового года. Верите ли вы в символы Нового года? Мы попозже ответим на этот вопрос. У нас есть такой вопрос. Да. Ну а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.